Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Начнем с задания, открыть колоду. Конечно, в первую очередь открываем с тобой колоду. Ничегошеньки нам здесь с тобой не выпадает. Да и фигушки с ним. Это, как говорится, не столь важно. А вот то, что пройти серию испытаний, вот это да, это для меня будет поважнее. Ну что, погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Я не знаю, надо ли нам хиляться. Хотя, в принципе, здоровья еще хватает. Так что, я думаю, перебьемся, наверное, да? Тем более, здесь змейковьюн. Сейчас мы его попробуем. О, в саге нет двух атак. Жаль. Супер Шреддер не пробивает. Ну, Армагуш, естественно, сможет добить. Я все-таки, наверное, пока не буду хиляться. Лео уничтожает одного паразита. Так, Рафаэль без двух атак. О, минус. Так, переходим снова на последнюю волну и смотрим, что у нас здесь. Биба, Прокстеди и Муха. Ну, начнем с Мухи. Вот в нее клинками. Так, еще и замедлили, еще и укус. Шикарно. Плюс пробивной, ну, пробивной пойдет, конечно же, на Рокстеди. Опля, отлично. Так, давай теперь... Рокстеди, жучара ты. Жучара ты. Хотя какой это Рокстеди, если это у нас... Бибоп. Ой, друзья, вообще заговорился. Это же бибопчик, кабанчик, ё-моё, почему? Рокстеди. Все, ребят, доигрался уже, называется, да. Без памятства, ё-моё. Персонажи начал путать. За три года, блин, начинаю путать их. Нормально. Что дальше с нами будет, а? Со мной, точнее. Тяжело представить. Так, друзья, ну, в общем, вы поняли. Мы здесь с вами прошли. Все отлично, сейчас заберем награды и пойдем качать Донателло Космос. Ну, надо же все-таки найти нам те недостающие части, чтобы прокачать скилл. Так, 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 стоп, идем сюда. Где у нас Донателло? Вот он. Донателло Космос до 6-й ступени. Блин, нам еще офигеть, сколько нужно всего. Ё-моё. Комикс-чувак выпал. Но здесь мимо. Опять мимо. Так, есть, есть, выпал. Еще выпал, отлично, ребята. Пошло, кажется, пошло дело. Нам нужно было 10, да, комиксов. Там, по-моему, десяточка нужно было. Так что мы с собой уже нашли 3 или 4. Ну, еще прилично искать-то. Так, по-моему, мы уже с тобой выполнили все задания. Сколько еще? Еще 8, ребят, еще 8 нужно комиксов таких найти. Но это уже будет в следующей серии. Так, и поднять уровень персонажа. У нас сколько мутагена? Давай-ка для начала глянем. Оу, 23 тысячи. На Бакстера хватит? Слушай, я, наверное, буду... Пока не буду, ребят, тратить. Накопим на арене с тобой мутагена и прокачаем лучше Бакстера Стокмана. Так, здесь у нас по испыташкам... Живи долго, играй. Ну, можно, можно прямо вот сейчас вот здесь потратить. А с чего это я? А с чего это я вдруг решил, что я прошел? Живите долго, играючи, скажи ко мне на милость, а? Потратить я уже собрался. Ну ты даешь, речек. Бежишь вперед паровоза. Так, ребята, Лига Сёгунов у нас с вами. Одна звезда, ранг 85. Ну, что я тебе могу сказать? Я могу тебе сказать только одно. Тут надо буститься. Так, и никаким этим, никаким Крисом Брэдфордом. Естественно, естественно, надо здесь. Опасно, рискованно. Блин, морозильная кошка. Ладно, давай попробуем. Меня смутила здесь морозильная кошка вражеская. Потому что, ну, понимаешь, сам хил из нее неплохой. Причем у них ускорялка есть. Это Мондагека. Посмотрим, как Карайка себя поведет. Упс. Упс, я тебе скажу, очень отвратительно повела себя Карайка. Вот эти труды наши сейчас могут просто на смарку все улететь. Почему? Потому что, смотри, если морозильная кошка сейчас хильнется. А она хильнется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И хильнет, наверное. Да. И хильнула на обалденно. Что это у нас? Мощный щит. Давай сделать мощный щит. Всех же всех оберегает. Отлично. Погнали. В плане, блин. В плане ты не пробил даже.
Ну, они тоже не прибивают нас. Так, гранаты. Шикарно. Так, ага, тут контратака есть. Морозильную кошку ты сможешь ушатать? Карайк, ну что это? Так, вон Дагека там получает урон. Блин. Баллончик. Ты смотри-ка, а? Ты смотри, что он там творит. Так, а я забыл, что вот это у нас такое? Черпает вдохновение. Так, с вероятностью появится невосприимчивость к отрицательным эффектам. Невосприимчивость, то есть на нас негатив не повесят. Давай вот это попробуем. Пробить все-таки морозильную кошку. Да ты заколебал, а? Блин, я боюсь, ребята, что рук среди нас погибнет. Вот что я опасаюсь. У меня нету танка. Так, минус. Хил, хил есть. Давай, Донни, не подведи, родной. Что это? Так, а вот это тоже, по-моему, хиляется, да? Нет, это... это иммунитет. Ну... давай, бомбить. Я знаю, что он сейчас контратака. Блин. Поехали. Раз. И два. Да ладно. Есть. Друзья, мы чуть было не потеряли с вами нашего Рокстеди. Потому что он практически на соплях выжил. Чудом каким-то выжил. Могли бы его спокойно забомбашить. Ой, рискуем, опять же. Почем зря? Зачем такое делать, не знаю. Ну, вот тянет меня на риски, понимаешь? Тянет. Как-то рискован, ё-моё. Так, не дают они мне ничего хорошего здесь. Ну что, я беру Ванюшу, одного Ванюшку. И в самый конец летим с тобой. Вот этих отыгрывать, ребят. Ванька по инициативе, естественно, будет ходить первым. Соответственно, эти вражины будут падать штабелями. Сейчас достаточно одного гранатомета. Ну-ка. Нате! Из России с любовью, сразу так хочется сказать. Так, отлично. Ванька отыграл свою роль здесь на 100%. Защитил малышей. Дал нам возможность продвинуться на 30-ю. Оу, даже на 19-ю позицию. Так, берем с тобой вот эту команду. И следующий, кто у нас будет выпендриваться, это Донателло вместе... со Змейковьюном. Донателло вместе со Змейковьюном будут выпендриваться. Ну, как выпендриваться? Продвигая наших слабых персонажей, естественно. У Донателло массовая атака, у Змейковьюна тоже массовая атака. Причем все с неплохими такими дебафами. Так, ну, Майки здесь, естественно, ходит первым. Понижаем атаку по возможности. И добивка от Донателло. Так, не понял, кабан, тебе что, особое приглашение надо? Стоит там, а? Свое пузо гладит. Вот и все, лежать, как говорится. Ну что ж, двигаемся дальше. Очень-очень все неплохо, ребят, у нас. Так, и... в плане я уже рассчитывал перейти всего на 2 звезды. А видишь, как меня тут обломали, круто. Тогда давайте мне 15-20. Нечего ломаться. Они не хотят. Они не хотят мне давать такое, ребята. Во. Но тут майки, поэтому беру я супер-шреддера. Одного, правда. Ну, этого, поверь мне, достаточно, чтобы им всем здесь стало вдруг плохо. Вот, ни с того ни с сего им стало всем плохо. Ну что, влупляем. Щук-щук-щук-щук-щук, на! Как же я обожаю супер-шреддера. Хоть он, ребята, и злой, ну, как бы, он антигерой, но по атаке он крут. Тут не поспоришь. И... да, наконец-то, Сёгун 2 звезды. Че я радуюсь, такое ощущение, как будто у нас мастер 2 звезды, а не Сёгун. Погнали. Так, возьму я, наверное, Леонардика здесь. Одного, опять же. И остальных вот этих вот слабочков. Друзья мои, когда у нас выйдет игра в Стиме новая про черепашек-ниндзя, а? Месть Шреддера, скажите мне на милость. Я уже припарил сажать. Она должна была выйти в этом году. Неужели ее перенесли на следующий? Ну это бред. Пинч. Ай-яй-яй, тихо. Блин, ты посмотри, а. Ты посмотри. Ах, ты жучара. Хочется, поиграть уже, ребята, в этих черепашек, в новых.
Тем более там можно играть в компании. То есть не только в соло. По-моему, еще и по сети. Это было бы круто. Давно я не играл в игры, когда играешь вдвоем. Так, ну что? Да хорош уже 15-20. Давайте 15-21 или что-нибудь в этом роде. Чего вы мне все понижаете, да понижаете? Вот, 16-21 даже. Так. Берем тихо. Берем усаги и раз, два, три, четыре. Слушай, подожди секундочку. А что это я такое сделал? Ребята, у них же уровень уже 61. Нет, я, конечно, не спорю, что усаги может быть с ними справиться, но уровень 61 у врагов, ребята. Проснитесь и пойте. Вот, например, Леонардо здесь нужно валить как можно быстрее. Молодец, саблезуб, отлично у тебя получилось все. Ну, естественно, второго персонажа уничтожил постепенный урон, который мы наложили с помощью своей вертушки. Так, я просто к чему это говорю, ребят. Нам нужно с вами теперь по два персонажа брать. Как бы это глупо не звучало, но придется. Придется. Хотя здесь Армагоша. Кстати, а почему у нас в списке лидеров стоит Армагон? Я что-то не понял. У нас раньше, насколько я помню, всегда в списке лидеров стоял Рафаэль. Да-да-да, тот самый провокатор. Я не знаю, почему так было, но он всегда был в списке первым. А тут, смотри-ка, Армагон. Нет, я не спорю, он, конечно, заслуживает быть первым. Но если брать Супер Шреддера, то я бы, наверное, его все-таки поставил первым. Ну ладно, ладно, я не знаю, что там за бзики у игры. Но раз она так распределила роли, это на ее совести. Так, ну что, Лига Сёгунов, 2 звезды, 21-я у нас с тобой позиция. И мы продолжаем. Здесь мы можем с тобой отыграть спокойненько вот этими персонажами, даже никого не подключая дополнительно. То есть я имею в виду, не тратя откат. Так даже будет веселее, потому что Зэк ходит первым. А, Зэк, не Зэк, ребята, конечно же Майки. Он даже Ваньку вырубил. Молодец, красавелла. Бомбочка срабатывает на изи. Тич! Воу-воу-воу. Ну, я думаю, что Лео отдуплится в любом случае. Как Майки, а мы можем даже вот так сделать. Шух! Просто вот эта вот волна, она просто скашивает всех. А кто выживает, есть вероятность, что он заболеет, захандрит холеркой и отдуплится. Так что, друзья мои, все у нас под контрольчиком. И вот они, сёгунки, три звездочки наши родные. Так, ну что же, мы с тобой продолжаем нашу эпопейку. Хотелось бы, конечно, 17-22, но это слишком борзо, да, будет? Это слишком борзо, поэтому придется наслаждаться тем, что дают. И я думаю, что мы... Какие 58-е? Что-то тут позаниженные, конечно, дают. Я пока не буду, ребята, тратить откаты. Попробуем своими силами. Должно у нас все здесь проходить. Сделаем с тобой баф от Криса Брэдфорда. Баф, кстати, неплохой, между прочим. Так, погнали. Шук. Минус Рафаэль, сразу же. О, Масуха. Но не убили. А вот так если сделаем. Да, Джастин добивает всех. Ну, там, ребята, ему грех было не добить, потому что у них жизни были на один плевок. Сам видел. Ну что же, продвигаемся тогда с тобой дальше. Место 76-е. 76-е, и возьмем-ка мы с тобой, наверное, вот эту вот команду. Шестидесятники. Раз, два, три, четыре, пять. Так, здесь Шархан, Тигриный Коготь, плюс, не забывай, Донателло Космос, да? Да, Донателло Космос. То есть, ну, сам понимаешь, сейчас мы будем с тобой массовыми атаками их крушить. Карайка понятно, почему ходит первым, потому что у него инициатива. Я вам еще раз говорю, ребята, инициатива у Карайки очень даже неплохая. Так, давай-ка понижаем броню. Ну, не всем, не всем. Так, крик души от змей Карай. Так, трое упало. Добиваем. Окей. И здесь тогда тоже. Вообще-то я хотел использовать метеоритный валун. Ну, метеорит, короче. Но, видишь, мы их так разбомбили. Так что Донателло даже не успел запустить в них астероид. Ну что же. 52-я позиция, как ты видишь, 52-я, и... Не, ну, по-моему, уже пора давать нам 17-22, наверное, 17-22, я так понимаю, должно быть кубков. Но не дают. Ни в какую.
Так, подожди, 16-22, да, не 17-22, а 16-22 все еще до сих пор. 67-64 уровни. Так, ну здесь уже, извиняйте, конечно, но Супер Шреддер выходит в бой против 65-х уровней. Против 65-х уровней, значит, ему придется делать суперудар сразу же. И еще не факт, что он всех здесь завалит. Это не факт. Хотя с постепенным уроном, конечно же, все отлично. Даже не... Ага, посмотри-ка, муха пробила. Как ни странно. Ну и великолепно. Теперь вот придется нам с тобой тратить откаты. 1-2, но это стабильно. Давай, какая позиция? 33-я. Ну что же, неплохо. 16-22. Берем. Берем с тобой Шреддера. 65-66 ранг. Раз, два, три, четыре. Так, 4. Ну, с этими ребятами можно, по крайней мере, здесь вздохнуть. Даже если Супер Шреддер, естественно, не сможет их пробомбить всех, то они, по крайней мере, не упадут с одной плюхи, как те же самые 55-45 уровни. А тем более здесь вообще идеальный показатель был по дамагу от Супер Шреддера. То есть постепенный урон, плюс всех завалил, ну, кроме одного. И то, который был болезненно, как говорится, болен. Болезненно болен, что это за новое выражение. Смертельно болен, так скажем, лучше, да? И, естественно, постепенно его уничтожила. Отложенный урон. Так, ну что, Супер Шреддер, уровень, я смотрю, у противников почему-то до сих пор не меняется. Он стоит на уровне 65-67. Но он приближается к, 70-му уровню. А задача у нас, как говорится, к тому, что надо брать уже второго персонажа, сильного. Ну, это обычно у нас то Армагон, конечно же, кто еще может быть. Так, ну пробьешь? Пробил, Лео, красавчик. Пробил Рокстеди. Молодец, одобрямс. Тут только так. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше и смотрим. Ну, вот, Лига Мастеров, друзья мои, одна звезда. Так, я сразу мечу на Лигу Мастеров две звезды. 67-64, то есть все равно еще запас есть. Но, есть одно, ребята, но. Есть опаска. Поэтому придется все-таки брать два отката. Если мы там сфейлимся, понимаешь, там Леонардо, он захиливает, и массовая атака. Не будем рисковать. Сейчас вот заодно и проверим. Вот, например, у нас старая команда без Армагона. Ну, тут, видишь, тут постепенно повесилась. То есть они отдупляться в любом случае, да? Как ни крути. Мне он нравится. Тыч. Постепенный урон, конечно, это великолепная вещь. Неизбежная, как говорится, смерть. Если, конечно, нету Микеланджело, который может снять все негативы, очистить. Если не ошибаюсь, еще это делает у нас Майки Оригинал. По-моему, он тоже может сделать очищение. Так, ну что, у нас тут дадут нам... Вот, 17-23, ну неужели, ё-моё, неужели вы созрели дать мне 17-23? Отлично. Я думаю, в Лигу Мастеров мы в любом случае две звезды сегодня придем, может быть, даже и до трех доберемся. Но это не точно. Это не точно, тебе гарантировать не могу. Постепенно на всех, давай ракетами просто шмальнем. И все. Не будем этот валун применять. Ну, если у них мало здоровья, зачем, да? Тратить время на волну, когда можно просто добить ракетами. Ну и двигаемся с тобой дальше. Так, 51. Очень быстро, кстати, двигаемся, очень быстро. Так, 16-22. Нет уж, давайте ко мне. Вот, 17-23. Вот они берут вот эту. Я не понимаю, почему, ребята, они занижают. Почему? Я не проигрываю, я наоборот же, я же выигрываю. И причем это видно, что выигрываю с огромным потенциалом. Почему вы мне не можете сразу дать по максималке, а наоборот занижать? Для чего? Что-то вы растягиваете, не знаю, удовольствие или что вы хотите этим доказать? Или чтобы я поунижался, поискал, паролил тут? Не понимаю. Давай бы мне сразу по максималке. Ты же видишь, персонажи топовые, прокачаны офигенно. Че там супли жевать? Не знаю. Какой-то алгоритм немножко барахлючий.
Так, ну что, какая позиция у нас с тобой? Тюкс, 32-я. 32-я, ну, в принципе, ребят, неплохо. Давай тогда 17-23. Уж не жмись, игруля, не жмись. Но она жмется. Вот. Она все-таки выдала. Давай вот так вот сделаем. А, у нас с тобой персонажи заканчиваются, кстати. Совсем чутка осталось. Но все-таки, думаю, до Лиги Мастеров 3 звезды нам хватит. Погнали. Шипы. Нравится мне, как они идут так по земле. Я даже представляю, такой стоишь, на тебя такая лава шипов. Это обычно, знаешь, в этих... В китайских фильмах они там любят там всякие шипы, волны, там туча сюрикенов, туча ос каких-нибудь, там гвоздей летящих в тебя, да, и у него там суперудар, хау, там прикрывается, или там щит какой-то ставит, или еще что-нибудь. Ну, ты понял, о чем я, да? Так, 17-23, продолжаем. Так, нет, давай возьмем вот так. Возьмем Усаги, отыграем, так сказать, его по полной программке. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, у нас получается еще буквально два поединка. Два поединка и все. Больше у нас персонажей не будет, мы пойдем с тобой уже проходить испытания. А давай-ка я сделаю вот так вот. Конечно же, Супер Шредер хотел бы сделать бы первым удар, да, но Усаги-то его опередил. Опередил, да, по инициативе. И ты ничего не сделаешь. Ты здоровый, мощный, но... Прав тот, кто первый бомбит. Хотя, спорное такое, да? Прав тот, кто последний бомбит. Кто добивает, тоже прав. Можно так сказать. Ну что, ну, да, ребята. Лига мастеров 2 звезды. Четенько. Просто изумительно. Погнали. У нас еще есть порох в пороховницах. Так что на один бой у нас еще хватит. Блин. Вот как-то вот опять, вот Микеланджело, ни туда, ни сюда. Ребят, я не буду ради одного персонажа делать откат, извини меня, четыре отката тратить ради одного. Два я бы еще, наверное, бы откатил бы. Ну, ради одного, но не стоит. Все. Все. Мы с тобой добрались, по крайней мере, до Лиги Мастеров 3 звезды. Это очень неплохой показатель. Тем более еще, считай, вся неделя впереди. Еще успеем рвануть. Ну, а теперь мы с тобой идем на испытание. Живи долго играючи, да? Да, именно. Так, надо нам посмотреть. Воу-воу-воу-воу. Тут, ребятушки, мы с потрошками просто выпотрошим наших противников. Почему? Да потому что здесь практически топ собрался. Да не практически, а топ и есть. Ты посмотри, все сотого уровня. Этот этап у нас просто на изи. И в конце, конечно же, мы с тобой сможем фармить кожеголового. Потому что именно он нам нужен из всех этих испытаний, которые даны на этой неделе. То есть только кожеголового мы можем с тобой фармить. А оно, с другой стороны, и лучше. Нам не придется распаляться на разные там с тобой какие-то там прохождения чего-то. Единственное, что подписчик меня правильно подправил, что на испытании в Усаге мы можем с тобой фармить Кунаичи. Да, я не спорю, Кунаичи хочется тоже получить. Точнее, быстрее ее как бы прокачать. Но кожеголовый тоже немаловажен именно для меня. Понимаешь? У Кунаичи там приличный такой уровень, а вот кожеголовый пока отстает. И нам надо как бы его подтянуть. Я очень жду сильно, когда у нас будет все-таки испытание технодром. Почему, ребята, жду? Ну, хочется уже Кренга, ёк-макарёк, прокачать. Потому что по одной ДНК за событие, ну это чересчур. Точнее, даже не испытание технодром, почему я заливаю вам туфту. Я хочу, чтобы недельный приз 50 ДНК на Кренга. Вот что я хочу. Вот это было бы вообще шикарненько. Согласись. Как вот у нас было, если вы помнишь, испытание недельно на Супер Шреддера. Да это же офигеть можно было. А теперь... Это хорошо, что он у нас платиновый. А ты представляешь, сейчас вот копить на него по одной там ДНК. Да пупеешь просто-напросто. Это вот как вот сейчас вот мы с тобой копим на Кренга. По одной ДНК. Это еще не факт, что тебе выпадет эта ДНК. Ты понимаешь, во время ролла. Это еще не факт. Это ты должен там слить, тем более сливаешь от, не откаты, а телепорты, которые, естественно, ты покупаешь.
Сыр этот вечно, который тратится, который фиг где найдешь, кроме как по истечению времени, либо покупать его за доллары, что не рекомендую вам делать. То есть не все так просто. Опять же, пицца кончается за свои попытки. Да, вот как-то так, ребят. Поэтому очень тяжело мне сейчас прокачать Кренга. А про кроликов так я вообще молчу, потому что кролики, кролики, будь они неладны, они фармятся только за жетоны. Они фармятся только за жетоны. И причем жетонов нужно 720 для того, чтобы получить всего лишь 3 ДНК, ребята. Ты понимаешь, 3 ДНК это чтобы, например, получить сотый уровень. Ой, сотый уровень. Чтобы получить там на пятую золотую. Ой, я даже думать не хочу, сколько нужно там этих жетонов наполучать. Это уму непостижимо. Кролики это будут очень-очень труднодоступные, мне кажется, самые персонажи. Жесть. Хотя, если брать по большому счету, то Рокстеди с Бибопчиком тоже еще не подарок, согласись. Тоже они получаются за жетоны. Ну, на них, по крайней мере, хотя бы есть какое-то событие, где можно немножечко попытаться их пофармить. На кроликов же ничего такого нету. Они вообще не фармятся ни в одном событии. Вот так вот. Так, ну что, как мы видим, Кожеголовый пришел в сейф. И тут же сразу... отдуплился. Как-то так. Очень даже быстренько и легко. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Ребята, и играем, естественно, пока на автобое. Ну, что значит пока? Я думаю, что всю игру мы пройдем на автобое, потому что здесь даже нет смысла мне подключаться. Кто-то мне сказал, Рэй, у тебя не только, говорит, черепашки... Видения не прокачаны. А говорит еще и ролевые. Разве, ребята, у меня ролевые не прокачаны? Че-то, по-моему, вы не то говорите. Если я смотрел весь список, у меня все прокачаны. Я, конечно, могу и ошибиться, невзначай. Но почему-то я думал, что у меня все. Что-то я сейчас сказал и сам засомневался. Нет, ну я помню, Лео мы прокачивали. Ну, если ты имеешь в виду, что они не прокачаны в платиновый ранг. Так, извини меня, в платиновый ранг у меня не только, извини меня, ролевики. У меня и космические не все-то в платиновом ранге, кроме вот, не считай, Донателлы. А именно фулл звезды, по-моему, все, кроме видений. Так, мы же даже когда с тобой в список заходим, вот этот вот, где за жетоны приобретаем персонажей, там же вот как раз есть ролевики, они все прокачаны у меня. Ведь все прокачаны. Вот сейчас, ребята, из принципа пойду и проверю. По-моему, все. Блин, как вы любите меня в смуту в это, ребята, впрягать. Так, заходим в магазин. Предметы. Смотри. Вот, вот они ролевые. Ты видишь, они все прокачаны. Все, макс, 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 максималка. Так, а вот у меня ролевики, видишь? Рафаэль и Донни, вот они не прокачаны. Все, оригиналы все прокачаны, эти точно, блин, как посмотрю на кроликов. Оригиналы, они все прокачаны. Но зато у кроликов есть один большой плюс, ребята, что нам остается всего лишь вот найти. То есть вот до соточки и все, это фулка будет. Ну, ты понимаешь, да, к чему я говорю? Что фул в плане того, что не надо там четвертую звезду получать, потом прокачивать их. Все, прокачиваешь до сотки и, как говорится, кирдык. Потом в платиновый ранг и все. А вот Бибоба и Рокстеди, да, придется еще повозюкаться. Так, ну что, поехали. Читал тут на днях комментарии ваши сегодня, ребята. Вы пишите, заходи вперед на зомби-войну. Вышло обновление. Друзья мои, зашел, посмотрел, и никакого обновления я не видел. Что в вашем понятии обновления? Что вы имеете в виду? Новые события? Нет такого. То, что они написали, вы можете составлять типа состав команд, которые будут друг друга там усиливать и тому подобное. Так это было и раньше, друзья мои. Просто они этого не писали, но оно и было. Там, например, один дополняет другого. А так ничего. Я думал, для меня вот дополнение — это добавили бы они новую карту, новый регион. Вот это было бы вообще топчик. Я имею в виду вперед на зомби войну. Вот про эту игру я говорю. Это было бы действительно шикарно. А то, что они вот это добавляют мелочи жизни,
Хотя бы даже нового персонажа добавили бы, и то было бы уже хорошо протестить его, посмотреть, прокачать, и то был бы большой плюс. А то, что топтаться на месте, ну, не знаю, ребята. Если вам уж так сильно прям, блин, хочется, чтобы я поиграл в нее, пишите в комментариях. Ну, не один человек и два, а, ну, хотя бы там, я не знаю, человек 50, чтобы я хотя бы увидел желающих посмотреть. Тогда еще, да, можно будет вернуться, поиграть. Опять же, только не знаю, что на арену, если только, потому что у нас все с тобой пройдено. Все карты, все материки, все у нас абсолютно заюзано. Так что давай посмотрим, как оно это пойдет. Только не надо по 20 аккаунтами заходить и голосовать, потому что это сразу все будет понятно. Так, ну что, поехали. Осталось у нас с тобой две волны. Ну, не вот эти волны, я имею в виду испытания здесь и это. Так, еще читал комментарий, кто-то говорил, что хэллоуинские ивенты начались в зомби против растений. Зайдем глянем, ребята, зайдем обязательно посмотрим. Какой-то там то ли клевер, то ли еще кто-то. Нет, клевер-то был. Ежевика вроде, про ежевику писали. Тоже надо будет глянуть и посмотреть. Да тут, ребята, видите, Far Cry'чик играю. Зацепил, хочу пройти его. Блин, классная игра. Если кто не знает, ребята, у меня есть второй канал. Вы можете туда заходить. Канал называется Ray Play Game. Так, оба. Так, переходим с тобой на четвертую волну. Это предпоследняя. Так, Усаги. Надо же, Усаги месть делает. В каком-то веке он решил сделать месть. Супер Шреддер добивает. Оу. Фига, это что это торкнуло-то сегодня? Смотри-ка, и Армагон валуны начал метать. Ха. Красавчики. И вот она, последняя пятая волна. И здесь у нас кто? Ну, естественно, Кожеголовый. Да. В этом сейфе денег маловато. Согласись, у Скруджа Макдака в разы больше. Я просто, знаешь, чего не мог понять все время раньше в мультиках, когда был? Как он плавает в деньгах, в золоте. Как там можно плавать в железе? Ну, ладно, железо, золото, оно тяжелее, очень тяжелый металл. Как там будешь плавать, я фиг знает. А он еще нырял туда прям. Да, ну, мультик есть мультик. Но если вот так вот придраться и придраться к логике, то ее там абсолютно нету. Так, ну что, ребята, вот и Кожеголовый. Кстати, тут получаешь 2 ДНК на Кожеголового. Но если ты ролишь, ты можешь получить еще 3 сверху. Поэтому это как бы довольно выгодное вложение. Именно довольно выгодный фарм именно здесь. Первое событие я проходить не буду, потому что ну нет смысла, ребята. Что мы там с вами получим? Да ничего, все персонажи из первого испытания у нас есть, события. Так что вот это как бы наша основа будет. Рыцари, да? Пич. Так, ну что, сегодня по возможности, друзья мои, я, наверное, попробую пройти Kingdom Rush Легенды. Первая попытка, ты помнишь, у нас была неудачная. И подписчик или подписчица написали: Рэй, не у всех есть iPad iOS, поиграй, пожалуйста, за разных персонажей. Я бы, конечно, и рад поиграть за разных персонажей, но ты понимаешь, если проходить сюжетку, то абы что и абы как не пройдет. Туда лучше брать всегда прокачанных персонажей. А прокачанных у меня персонажей мало. И к тому же половина у меня еще не открыта. Медик не открыт. Этот варвар не открыт. Кто там у меня еще не открыт? Эльф не открыт, потому что он в этом, кстати, событии только появился. И... ну, Храбродуб у нас открылся сам. Как бы это главный персонаж. В общем, 3 или 4 персонажа не открыто у меня. Их открыть, это нужно, ребята, выполнять определенные задания. А задания эти определенные прописаны в анчивках. То есть, понимаешь, да? Ты заходишь в анчивку, и там показано, чтобы открыть этого персонажа, ты должен выполнить то-то, то-то, то-то. Все, как-то руки у меня чесались выполнить все эти задания. Но некоторые задания я не пойму, где они вообще находятся там. Подбить-то вот-то, где они, каких именно монстров, фиг его знает. Ладно, мы с тобой отвлеклись немножко. Так, что у нас тут? Кожеголовый начинает выпендриваться. Ну, мне кажется, тут понятное дело, ребят, ничего ему тут не светит. Абсолют лишь. Потому что мы его тут лишь разбамбуп лишь. И все. Кирдык лишь. Вот так вот. Все-все-все, допрыгался. У него там сломался этот костюм. И мы с тобой проходим. Остается только лишь одно. Что? Фармить. Фармить, если есть сыр. 2 ДНК мы с тобой гарантированно получаем.
Фу, сыр есть на две попытки. Ну что, поехали. Так, Донателло ролевой. И карта Бибовима. Самое бесявое, что карта Бибовима выпадает. Так, ну, вроде бы, друзья, пока все. Больше нам здесь заняться нечем. Так, по предметам, по монетам у нас 54. По жетонам. Ох, жетонов-то у нас 735. Ребят, ну-ка, подожди-ка. Что мы хотели? Рокстеди, по-моему, да? Да, мы хотели с тобой Рокстеди. Чик. Ребята, еще 3 ДНК, и мы его прокачаем. Вот так-то. И мы его с тобой прокачаем. Ну, а так вроде бы все. У нас есть пицца. А, ну да, конечно же. Поднять уровень персонажа. Конечно же. Ну что, Макстер, ты готов? Ай, красота. Ну что, друзья мои, еще 2 уровня и соточка. Бакстер войдет в высшую лигу. Высшую лигу я имею в виду, это те, кто практически по фулке прокачан, не считая скиллов. Скиллы у нас по скиллам только лишь один Лео. Красавчик, у которого не то, что даже все. Подожди-ка, а у него как он? У него же не все прокачан, да? У него последний скилл прокачан на 7-ю ступень, да. А, первый и последний. Остальные, как ты видишь, ни шиша не прокачано. Блин, вот этих вот гербов нам не хватает. Вот так вот. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывай, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные